Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза встретился с выпускниками общеобразовательных организаций, набравшими максимальное количество баллов во время сдачи единого государственного экзамена. Руководитель региона по достоинству оценил вклад педагогов, своих воспитанников и уровень знаний теперь уже бывших учащихся школ республики, которые набрали 100 баллов по одному из предметов. Рашид Тимреза вручил наставникам и их ученикам грамоты и подарки, а также поздравил от имени руководителя Федерального Минпросвещения Сергея Кравцова. Хочу передать слова благодарности и поздравления от министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. Вот только что у меня был с ним разговор. Он на самом деле любит нашу республику, как и любой другой субъект Российской Федерации, и все время переживает. Поэтому вам еще раз слова благодарности и дорогие наши педагоги. Вот. Очень хотелось бы, чтобы кто-то из наших деток, самых умных, самых красивых, свою судьбу связал бы с тем, чтобы были учителями и педагогами.